Всем, ребят, привет. Проснулись мы. Проснулись на таком вот карьере. Рудник. Там дробилки, бульдозера. Наши бочки стоят. Сейчас вот сюда проезжаем, выгружаем. Но там, если видно вам, впереди горы, даже еще снег лежит на горах, уже лежит. Ну, такая. Все, трогаем. Сейчас под разгрузку встанем. Засниму вам всю разгрузку. Покажу вот этой грязи, что превратилась. Вольво. Ну, Вольво молодец. Скрипя зубами, но проехали мы, ребят, вчера весь этот участок. Конечно, весело было. Ничего не скажешь. Но как-то мы проехали. С маленькую бочку экскаватор, по-моему, буду снимать, а большую уже манипулятором вот этим. Не знаю, посмотрим еще. Сейчас узнаю, поэтому какую первую. Ну вот, ребят, последствия тех дорог. Крюк выручающий. Колпачки сразу я снял, чтобы там клеи не оторвать нахер. Была чистая Вольво. Ты еще сейчас по ровной проехали, наверное, отлетела половина. Ладно, ребят, пойду я развяжу до конца, да еще две цепи. Сейчас они ее подтянут. И, честно говоря, ребят, первый раз вижу вот так вот краном разгружать, экскаватором. Обычно краном разгружают. Ну, ладно, посмотрим еще.
сказали отъехать немножко. Че, объезжать? Сейчас. Все, разгрузились наконец-то. Сейчас выезжаем в сторону цивилизации. Опять по этой беспонтовой дороге. Будем трястись. Хочу сказать, ребят. Это рудник, здесь добывают золото, серебро. Вот такие вот у нас просторы.
повторюсь, разгружались мы на руднике, где добывают золото, серебро, ну, драгметаллы. Сам рудник не разрешили снимать. И что, говорит, дурак, что ли, это режимный объект, не вздумай. Потом греха не оберешься, блин, объяснение писать. Все, бочки выгрузили. Теперь куда-то в сторону цивилизации. В сторону Краснотуринска, туда какое-нибудь кафе. Искупаться. Покушать нормально. И там руководство скажет, куда выезжать, грузиться где. Всем большое спасибо за просмотр. Огромное спасибо, что смотрите. И огромное спасибо, кто ставит лайки. Для меня это важно. Я понимаю то, что людям заходят мои видео. Аудитории мои нравятся эти видео. Огромное спасибо, ребят, что поддерживаете. Для меня это мотивация, чтобы снимать дальше. Кому-то будет поучительно, куда я ездию. Может быть, тоже, не дай боже, придется сюда ехать. Он уже будет готов и будет знать, что здесь дорог нету, что здесь такие суровые, экстремальные условия. Спасибо большое разработчикам Volvo. Я прям вот доволен машиной, ребят. Она работает здесь на износ, прям выдерживает вот эти все буераки, грязи. Очень отличная машина, я доволен. Ну все, ребят, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем удачи! We'll be right back.